Аккуратно опускаешь иголку и встречайте, дорогое, но очень модное ретро для ценителей аналогового звука. Эта цифра уже всех достала. Хочется теплоты в звуке, комфорта. Когда изобрели компакт-диск, убрали потрескивание пластинки, убрали все лишние шумы, и звук выхолощенный, пустой получился, мертвый. А пластинка все-таки передает атмосферу того времени. Сравнивать виниловый звук с компашечным – это все равно, что сравнивать открытку, нарисованную фломастером, с картиной, которую нарисовали маслом. Коллекционировать ретро-электро ради легкого хобби незатратно. Цена на простые пластинки фирмы «Мелодия», под которой отплясывали наши родители, начинается от 100 рублей. Импортный винил обойдется немного дороже – от 500. А вот истинным коллекционерам и ценителям музыки придется заплатить гораздо больше. На старые малотиражные пластинки популярных исполнителей или наоборот, винил с редкими композициями, цена стартует от 10 тысяч. Если вы все-таки решились купить аналоговый носитель, ознакомьтесь с правилами ухода. Хранить нужно вертикально, подальше от батареи, в плотно забитом пластинкам шкафу. От пыли есть специальные кисточки для протирки, есть специальные моющие машинки. Ну и хранить не в бумажных пакетах, а в антистатических. Помыть, положить туда. Для воспроизведения винила придется приобрести специальное оборудование на выбор. Граммофон, патефон, электрофон или просто современный проигрыватель. Но и это еще не все. Не обойтись без фонокорректора, хороших колонок, усилителя и блока питания. Цены не кусаются. Дорога в мир качественного аналогового звучания открыта для всех желающих. Самый простейший проигрыватель виниловых дисков, который продается в магазине, сейчас стоит порядка 10 тысяч рублей. Да, у них уже есть современные USB-выходы, ее можно подключать напрямую к компьютеру и свои записи оцифровывать. Но такие проигрыватели не обладают высоким качеством звучания. А хороший проигрыватель стоит в диапазоне от 30 тысяч рублей, наверное, и выше. Стоимость пластинки растет с каждым годом. Так что проверьте чердаки своих бабушек. Может, вы сорвете куш, отрыв в закромах редкий экземпляр. Винил вернулся, и мимо нам уже не пройти.